tools. This is the advanced hot tool. No, mixer. And I have a pulse solder. Yeah. It's with a very thin and very different colors of wood. So it's just old wood, but from different colors. Mm-hmm. Painting. With in English, I don't remember this word. This metal. How is it in English? Bronze. Bronze? Yeah, maybe. Latun. I was come. Bronze. Когда не употребляем фенич, они очень хорошо яркий свет включат. Смотри. Такой и очень влажный это влажность. Это так, как иногда у меня камень открытый, когда влажность высокий вверху. Во дворе. Три дня был дождь за это. А когда наоборот нету, тогда отопление и закрываемся. Это Генри II. Говорят, что такой в Грузии другой нет. Это всего лишь несколько сделанные они. Это все ручная работа, все четыре крав. Там это один дерево. Из один дерева они сделали полный. И все лицо не повторяемся. Все разные. А у всех есть разные шапки. И все эти шапки, у них разные. И когда они повторяемся на каждый уголе, да, у них тоже здесь тоже по-разному. Разное. Да, не повторяемся. Handmade. Handmade, да. Какой год? Это год 1080. 1080. 1800. А это для шкафа? Или это шкаф. Как? Да, это шкаф. Ну это уже там лицо, фемель. Beginning of 19. А, просто, к сожалению, в течение транспортировок, а у них сломали вот это часть. Сломали? Да, сломали. Потом я написал, и они отправились. Это оригинал. Да, вот это оригинал, который сломали. А это уже есть такой принтер 7D, который джжжжжжжжж. Это не ручной, это через этот. А это ручной. Абба,